Организатор акции – Управление массовых коммуникаций и Первый городской канал по инициативе губернатора Кировской области Александра Соколова. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечу к плечу врастаем в землю тут. Горит и крушится планета, над нашей родиною дым, и значит нам нужна одна победа, одна на всех. Мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Залетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено. Сомненье прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. В ночь отдельный, десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон.